Ну что ж, мы приехали к Тастасумам. Пора потрясти ребят. Тастасумы толстые. О, лабиринт. Побудь здесь, я разберусь с охраной. Прости, братан. У меня крепкие руки. Может, не такие нежные, как у твоей мамаши. Зато я вас не стреляю. Угу. Очень сложная миссия. На самом деле... практически моментально. Реагируют противники на то, что меня видят. Ну так, по идее, должно быть, да? Если вы что-то видите подозрительное в темноте, вы же сразу начинаете что-то говорить. Или вы же не будете подыгрывать. Если бы я кого-то в темноте увидел, я бы, конечно, сразу обосрался. Я бы сразу... Эй, бля! Грабят, бля! Демоны! Спрячем парня. Давайте его на лавочку положим. Ну, о, смотри, как его аккуратно положили головушкой на лавочку. Ну, у Морелла таких парней нету. У него все такие грубые. Все невоспитанные. Разговаривать не умеют. Крепкие, но безманерные. Это не то, что Сальери. Но Сальери, да, те еще ребята. И поговорить. Та-та-та-та-та-та-та. Кися. Тук-тук. Так, поднимаем его. Быстро, быстро, быстро. Вот автомат Томпсона я прихватил. В окнах, по-моему, никого нету. Ну а кто там может быть? Разве охрана может проникать внутрь дома? Давайте еще одного рядышком положим, чтобы они теплее было, чтобы они друг с другом. Вот как аккуратно мы работаем. Это, блядь, ребята Сальери. Так. Стрельба привлечет внимание. Подберем автомат. Тихо. Где-то я там видел еще одного парня вдалеке. Угу. Да, вон она, голова. Головушка моя светлая. Та-та-та-та-та, куда он пойдет? Идет к нам. Та-та-та-та-та-та-та-та-та. Высматривает, похоже, что-то подозревает. Слушайте,
пока хорошо, что я к нему не это самое. Не рванул. Когда уже будет выходной? Когда будет выходной? Вообще у нас выходные наступили. Ты, наверное, без выходных работаешь. Вроде это были последние. На квартиру купишь. Ты где там? Тут чисто. Томи и Акуи. О! Волки. Черт, куда уделся? Достал меня этот парень. Да. Так. Сюда мы не пойдем. Проникни в особняк. Давай, дружище, вскрывай. Ну? И что ты за медвежатник? Черка. Ну. Что? Ну гуачо. Да Винчи. Караваччо. Укабыш. Картина? Хочешь сказать сейф за картиной? Ясно. Я тебя понял. Надо в других комнатах посмотреть. Так, тут никого нету. Сальватор, тут еще. Нет, тут просто стена. Газета, 1 июля 33-го. Убит главарь мафии в городе Empire Bay. Жуткие фотографии ужасной смерти короля преступного мира, известной мафиози там... Томазо Моретти погиб вечером в пятницу на пороге своего дома в Empire Bay, подорвавшись в заминированном автомобиле. Нет сомнений, что бомбу заложили его конкуренты по преступной деятельности. Жители надеются, что смерть Моретти положит конец разгулу насилия, охватившего город. Ну-ка. О, какой заголовок-то. Посмотрите, как газета, да, сделана качественно. Так, у нас первый этаж, нам сказали. Именно первый этаж. Это что такое? Ты кто такой? Мэм! Мэм! Кто-нибудь помогите! Свалите, пока с вами ничего не случилось. Вот пизда, блядь. Зачем она здесь нужна была? Так, унитаз. А вот еще картина. Это сорвался. Домработницу я точно не ожидал увидеть. Сальваторе, сейф точно за картиной. Мне кажется, сейф точно за картиной. Где он может быть еще? Вот он, наверное. Сальваторе, сейф точно за картиной. Где? Ух ты. America will not fail into temptation, prohibition must not. О, это что такое? Believe Temptation. Пропагандистская листовка. Америка устоит перед искушением не позволить отменить сухой закон. Сухой закон долго не протянет.
Так. Мне кажется, надо на второй этаж идти. Мне кажется, кто-то просто ошибся этажом. Браво. Да-да-да. Скуза. Конечно. Скуза. Покажи, что ты умеешь. Черт. Быстрее, Сальваторе. Пожениться, пожениться. Да ты зачем? Уже не важно. Скорее надо убираться отсюда. Войди, Ятро, Ятро. Думаю, они наверху. Сейф в его кабинете. Эй! Хорош. Так, чё? Сейф-то мы взломали? Письмо от Гилотти. Прокурор Уоткинс. Я хотел бы вас поблагодарить. Если у вас действительно есть надежные свидетели, показания, доказательства, что Билли убили по приказу Сальери, я ваш художник навеки. А, я ваш должник навеки. Показания священника с самого начала не отличались правдоподобием. А теперь он и вовсе умер. У нас остался один-единственный шанс. Если свидетелей запросит слишком много, я готов покрыть любые расходы. Наш общий друг, в свою очередь, может на них не давить. Уничтожить шайку Сальери — это в наших общих интересах. У нас, ребята, а чё мы это самое? А где ещё люди? Так, куда нам показывать-то? Ага. А чё у нас патронов меньше стало? Чё-то не совсем понятно. Ну вот, на выходе есть люди. Какой-то револьвер, не револьвер. Ну! О, мне совсем плохо стало. Блядь, ну... Так долго перезаряжается. Я уже, наверное, за это время, блядь, чай бы сходил, себе поставил. Ох. Хорошо, хоть что-то не все с самого начала. Думаю, они наверху. Сейф в его кабинете. Так, 35 патронов, ну. Так, а мы можем как-то сбоку, я не знаю, обойти? Нет-нет, ребят, вы заходите. Так.
Дождемся, пока они начнут заходить. Так, получил по зубам. Господи. Вы что, дом поджечь решили? Похоже, все. Сальваторе, держись! Я разберусь. Парни, готовьтесь. Всем сотрудникам просьба откликнуться на сообщение. Ребята, бежим отсюда нахрен. Выдано. Так, стоп. А где у нас тачка? Так, вот здесь у нас тачка была. Мы там ее останавливали. Бежать. Этот, блядь, хорек-то куда ушел? А что, тачку нашу угнали? О, бля. Мы же здесь вот тачку останавливали. Блядь, машины нету. Вот забор здесь сломанный, да? Всем машинам отменить погоню. Поезд... Грация Лжинируцу. Сальваторе, куда тебя довести? А каса? Да. А где он? Где дом? Сеста и Маполь. Хорошо, едем. Блять. А, Сальваторе, вон он бежит. Ну ладно, кое-как. Через пень колоду мы сделали. У нас смотровая. Вот эти деревья можно было и порезать. О, красиво. Так, а где мы машину-то потеряли? Кто-то угнал тачку. Может, полицию позвоним? Типа, так и так вот мы тут обносили особняк, и, в общем, машина у нас пропала. Ну, какая девушка, смотри, в белом. И не боится с такой юбки ходить. Чем сейчас занимаешься? О-о-о-о! Я тебя ищу! Так, дружище, у нас планы поменялись. Прошу простить. Стой. Тихо. Вы уж простите меня. Девчонки. Только не бей меня. Забирай. Только не дам что. Алла, сожми на лишбер. Знаю, что... Скорее пришлите полицию. Офицерам прибыть в Пичкил. Сообщают об угоне. Так, стоп. Теперь куда мы едем? А. Сматываемся быстрее. Полиция заметила и преследует подозреваемого. Мне только такой вид пока сделаю, пока погоня. Похоже, он не догонит. Быстрее вали. О. О, нет! Ах ты, бля.
Так, куда, куда? Да, похоже, они тоже застряли, не справились с поворотом. Блять! Давай, 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 ребята, в сторону. Все, ушли. Так, надо где-нибудь залечь на дно. Все, отлично. Ладно, доедем на этом автомобиле. Ой, хорошая миссия. Слушайте, надо было, конечно, мотоцикл взять. Куда едем? Ага. Ну, US Mail, давай. Почтальон. А вы, кстати, знаете, что почтальоны по ночам работают? То есть, чтобы почтальону получить почту и вовремя ее привезти, часто те, кто работает на почте, водители, они буквально уже с 11 вечера предыдущего дня стоят на складах в очереди, чтобы их загрузили корреспонденцией. Да-да-да. Такая вот ответственная работа. Давай, счастливо. Спокойной ночи. Глава пройдена. Визит толстосумом. Ну что ж, вот у нас такой получился замечательный геймплей. Вроде как я все без ошибок сделал. Ну а мы с вами уже увидимся в следующем видео.